19 и 26 декабря в Гомельском горосполкоме пройдут аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков. На первом аукционе будет предложено 4 участка. На проспекте Октября в районе 68-го дома можно разместить легкотипный торговый павильон. На Могилевской в районе строительного магазина «Ома» можно построить один из объектов на выбор. Торгово-развлекательный комплекс, гостиницу, здание культурно-просветительского назначения, розничной торговли или бытового обслуживания. В Красном Маяке и Романовичах предлагается построить и обслуживать одноквартирные жилые дома. На аукционе 26 декабря будет участвовать 3 лота. На улице Свиридова можно построить легкотипный торговый павильон, а в Романовичах – одноквартирные жилые дома. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомель-Геодес-центра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 310948 или в Гомель-Геодес-центре по номеру 419786.